Прямо сегодня мы проверим один очень интересный миф и узнаем, можно ли выбить скин Снэм из коллекции, если сделать целую 1000 килов в режиме гонка вооружений. Ну что же, погнали! Здарова, мои сладенькие! Прямо сегодня будет ваша самая любимая рубрика «Что же я получу за 1000 килов в гонке вооружений?» Это будет нереально крутое видео, поэтому, ребята, пожалуйста, прожмите лайкусик, обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Я очень сильно надеюсь, что сегодня нам выпадет какой-то скин из Nameless коллекции. Я верю! Поэтому, Nameless скины, ждите меня. Ну что же, а мы приступаем к видео. Братишка, арка надо! Конечно, надо! И чтобы совершенно бесплатно получить настоящий рабочий промик на аркану, тебе надо прямо сейчас очень внимательно посмотреть это видео от начала конца без перемоток. Во всем видео я запрятал буквы, ты эти буквы соединяешь, вводишь и получаешь промик на аркану. Все по-настоящему. Самое главное, братишка, смотри внимательно. Если что-то не работает, лучше пересмотри видео еще раз, потому что промик по-настоящему рабочий. Ну а мы приступаем к видео! Как обычно, еще, ребята, одно очередное видео, на съемке которого я потрачу очень много времени. Потому что, чтобы вы понимали, прямо сейчас в Дискорде сидит целых 20 человек. Вы просто представьте, как же это много. И это все ради того, чтобы мы заснайпились. Это будет очень сложно, но мы попробуем. Ну что же, ребята, регион Индия, гонка вооружений, на счет 3 мы стартуем. 1, 2, 3, поехали, все нажали играть, 20 человек на Индии, в гонке вооружений запустились. Прямо сейчас, ребята, самое главное, сторону не выбираем, это очень важно. Сторону не выбираем, просто ждите, Кто такой этот гопал, кто такой Ваня, такой Лафи? Блин, ребята, я грибой либо был, это не подписчики. Ладно, погнали пересоздать лобби номер 2. 5 minutes later. Я не верю своим глазам! Юперный, блин. Ну кто это? Пуля от кота. И, ребята, у нас, как обычно, возникла одна небольшая дилемма. Потому что 9 человек прямо сейчас сидят в наблюдателях, но есть один рандом. И теперь надо его как-то выгнать с игры. Вышел, стоп. О. В наблость зайдите. Быстро все. Ну что же, мои уважаемые подписчики, мы наконец-таки запустились. Да, нас 10 человек и все, это подписчики. Вы теперь у меня спросите, НТПК, а как ты сделаешь 1000 килов? Это же невозможно. Ребята, брейн, смотрите, я прям сейчас ставлю маслины. Видите, вот прям сейчас жесткие маслины. Сюда, драгулечка ты моя. На, получай по голове. И теперь, смотрите, у нас есть тут один тир. Я прошу, чтобы он меня замочил. Мочите меня с ножа, и у меня сейчас будет обратно 1 очко. Смотрите, сейчас 3 очка уже, видите? Сейчас будет 2 очка, чекайте. Я просто гений, 2 очка. И теперь обратно, ребята, делаем так, чтобы у меня было 1 очко. Давайте, оп. Мой ты маленький, мой ты сладкий, давайте, пацаны. Ай, да красавчики. Давайте еще раз, чтобы у меня было 0 очков. 0 очков. Все. И теперь обратно моя очередь ставить вам все маслины. Все, пацаны. Теперь моя очередь ставить вам маслины. Блин, это гениально. У меня уже 11 килов. И таким макаром мы сможем нафармить очень-очень-очень много килов. Я уверен, у нас все выйдет. Так, ребят, давайте так. Когда у меня будет хотя бы 5 очков, вы начинаете меня с ножа просто мочить. Поняли? Всегда, оп. Все, красавчики. И теперь вы можете меня мочить 5 раз. Ну что, мочки, оп, сюда получай. Оп, сюда. Сюда, сладенький, ребята, у меня уже, внимательно, у меня уже 22 кило. Ну, прямо сегодня, я надеюсь, у нас все выйдет. Так, ребятки, давайте. У меня уже 6 очков. Очень скоро сейчас надо будет меня мочить. Все, мужики, мочите меня. Давайте, ай да хорош. Делайте так, чтобы у меня было обратно 1 очко. Ну что, ребята, продолжаем дальше. У меня 32 кило. Блин, будет очень обидно, если я ничего не получу в итоге. Максимально быстро бежим ко мне, пассажиры, на по голове, на тебе, ребят, маслин хватит на всех, сюда, мои вы маленькие, мои вы сладенькие, дорогулечки ты моя, на тебе. Так, ребята, у нас уже целых 60 килов, вы просто прикиньте, блин, мне кажется, я получу бан, я отвечаю, мне кажется, после съемочек этого видеоролика я реально получу бан. Все, давай, теперь вы меня мочите, давайте. Все, и теперь обратно все по новой. Все, всех жду на моей респе, мочите меня. 5 minutes later. Ребятки, все ко мне, максимально быстро бежим. На, получай маслину. Так, мужички. Ну быстрее, шевели булочки, что там прячешься? Мне надо фармить максимально много кило. У меня уже 75 кило, блин. Я даже не ждал, что это насколько сложно, насколько запарно. Обалдеть. Так, ребята, у меня уже 78 килов, что? А чтобы закончилась игра, сколько мне надо получить уровней? 17? Стой,
17 надо получить? А, да не мочите меня, пацаны, там надо целых 17. Я сейчас все, пацаны, нормалю. Все замерли, все замерли. Сюда, на по шапке, на по шапке, на по шапке, на по шапке, на по шапке. Кому следующим? Кому следующим? А, блин! Я случайно закончил. Так, ребята, ну давайте посмотрим, что же мы получим за все это. Всего лишь 360 опыта, у меня 100 кило, вы чё? Это чё за дичь? Это чё за дичь? А чё так мало? Так, ребята, давайте попытка номер 2. Только сейчас я вообще не буду умирать. Я просто сделаю 17 кило подряд и всё. Ну и что вы хотели все, а? Нет, а откуда у тебя такие крутые скины? Брат, откуда? Вот был дропщика любимого. А ты в курсе, что был дропщик, очень скоро вход был пас. А ты в курсе, что это был пас, и будет куча классных призов, куча халявы, куча бесплатных ножей и куча всего. А по моему промику в описании я тебе дарю халявную галдишку. Ну что же, ребята, а мы продолжаем дальше. Так, пассажиры, заходим, не стесняемся. Блин, только Симпл. Симпл, брат, скажи, что ты мой подписчик. Хорош, брат, ты лучший. Ну что, ребята, а прямо сейчас я попробую пройти гонку вооружений за максимально короткий период времени. Мне очень интересно посмотреть, что же я смогу получить. Давайте просто, чтобы все было 0 кило. Просто все 0 кило. Делаю килы только я. Подходим? Я делаю килы с ножа. Раз, маслину! На маслину! На маслину! Так, ребята, что же мы прямо сейчас получим? Как вы думаете? Хана, посмотрите, это имба! Мы еще пройдем гонку вооружений за 20 секунд! Чё за дичь? Я уже, ребят, уже на 10 уровне. Обалдеть. Так, подходим ко мне, я на центре. Ха-ха-ха! Обалдеть, чего? 16. И давайте последний. 17. 18. Обалдеть. Надеюсь, меня не забанят. Уважаемые разработчики, это все лишь для эксперимента. Что же мы прям сейчас получим? Давайте внимательно посмотрим. Как же мне это интересно. 360 опыта, 5! Так, ребят, мне что-то плохо стало. А Nameless коллекция выпадет? А где Nameless коллекция, моя любимая? Что за гонка вооружений? Кто я понерфил? Раньше было куча опыта в гоночке вооружений. Выбираем, ребят, карту арена. Вы скажете, Кент ПК, а что же ты придумал в третьей катке? В третьей катке будет очень интересно, потому что я буду всех мочить не просто с ножа. Я буду мочить всех с того оружия, которое мне дает сам режим гонка вооружений. И мы посмотрим, что же из этого выйдет. Ну что, ребята, пожелать мне удачи и хэштег Nameless коллекция ПЖ выпади. Ну что же, ребята, первая оружечка это МП-7. Я буду на меду, поэтому пассажиры, бежим ко мне на по шапке. Так, теперь мне дали ЮМПшечку. Все максимально просто. Куда ты бежишь? Куда там запрятался, негодник такой? Сюда, ребят, сюда бежим, не стесняемся, девочки, мальчики, на вам. Так, мне дали петуха. Так, я уже на третьем уровне, ничего себе, сказал я себе. Ребят, не стесняемся, активненько, уже на коме уровень, уже у меня 5 уровень, ох, типуля отлетел, прям маслину получил. Давайте, ребят, максимально все бежим ко мне, у меня уже 16 кд, ну, радует только одно, что зонку вооружений меня точно не забанят разработчики, ну, типа, как читера, вы поняли, да? Так, ребят, все бежим ко мне, кто ко мне не бежит, тот негодник, поняли? Все ко мне, ай да красавочки, на, блин, ребята, это просто какая-то имба. Ой, блин, как 740 играть? Я вообще не знаю, как 740-то? Так, теперь дали мне USP. Теперь дали P350. Девочки, мальчики, бежим. Ай, по шапке получил, негодник-то какой. Ай, по шапке получил. Кто следующий? На тебе. Все, ребята, сейчас мы доходим уже до 17 уровня. Все, имба. И последний такерыч. Давайте посмотрим, что же я прям сейчас получу. Мне очень интересно. Посмотрите, в 40 кд отыграл папка. Ну, давайте, керамбит голд. И... я получаю обратно 360 опыта. И всего лишь 10 монет. Чё за дичь? Блин, ребята, миф опровержен. Не играть в гонку вооружений, это полная скамина. Ну что же, ребята, в принципе, это все. Обязательно прожмите лайкосик. Подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну, если вы хотите на халяву получить промик, обязательно подпишитесь на мой ютубчик и подпишитесь на мой телеграмчик, потому что там я почти каждый день раздаю промики. Все, братва, всем пока-пока!